когда ты прицелишь, что уходит бег, то он уходит. У меня хп уходит почему-то. Может, подойдет. Машины переставлены. Да.
Подождите, кто в танке сейчас едет? Attack us. If we stop them here, we will have them surrounded and can show them the full might of the Red Army! Ребят, на А я дал арту, короче, вы держитесь в церкви ближе лучше. Из нее отстреливайте их. Сами эти окопы не ходите, они почти всегда их захватывают сразу. Им просто ближе бежать. Почему я не могу выходить за это поле? Мне надо, ну, типа... типа зону ведения боя, ты покидаешь ее. А если они вдруг захватят какую-то нашу позицию, ну, в некоторых картах нельзя отвоевывать, то и эта позиция тоже будет не тем полем боя. Командир какой-то поставил точки. Кто командир третьего отделения, ребят? Три избушки мне тогда ставить точки, если это будет надо, ладно? А почему, если я убил типа, у меня иногда его не засчитывает или не сразу? Ну, не сразу, но что бывает такое, что ты просто смертельно ранен. Танишь, и он, ну, не успевает умереть, он потери крови умирает. У церкви прикройте меня, пожалуйста. Если смогу, прикрою. Ну,
что за выстрел? Ебать, 28 метров хедшот. Ну поздравьте, я уже убиваю по 2 по 3, прежде чем умирать. Меня снесли. Хорош. Нёс справа отсюда. Да, арты, короче, минуту 40, я поставил им точку прямо на церковь, где они будут резаться сейчас. Один. Через полтора минуты примерно я дам. Один немец в церковь забежал. А церковь уже под их контролем. Мы можем попробовать отбить, но не знаю, получится или нет. Ну конечно. Все сразу на церковь идем. Ты просто так бежать, ты просто на пулемет оторвешься, все. Лучше, если у кого-то дымы есть у командиров, пусть они задымят подходы к ней. И они вот уже идут в нашу зону, вот сюда, в деревню. Сорок секунд, арты. В окнах стоят. Разведку даю, ребят. Можете по карте смотреть, где они. Приблизительно они все сейчас в левой части от церкви идут ко мне. Лучше уходите от церкви, я сейчас залп дам арты. Видите, ребят, сваливаем от церкви. Один справа от деревни заходит. Там такой окоп типа длинный очень, да? Вдоль. Там в основном все сидят. Деревня, вот. Видите, где я? Просто тут, они походу штурмовать справа решили. Убил одного, двоих убил. Алик, ты нормальный. Сука, со спины зашел, ёбак, блядь. А как через окоп? Идите в зону, парни, там за домами прячьтесь в окопах, чтобы наш перевес был численный на точке, а то не удержим. Понял, сижу справа.
Пацаны, есть какой-нибудь, ну, типа, как мансовать, чтобы быстрее реген был бега? Ну, то есть там присесть или еще что-нибудь есть такое? Ну, на shift вроде. Еще раз, что тебе нужно? Ну, на shift вроде быстро бегать. Немцы порвались по деревне. Справа обходит, Стэн, справа обходит по дому. Ребята, у нас, короче, последняя точка. Давайте все в дом и держимся в доме. В принципе, 10 секунд, 10 минут здесь вполне можно продержаться. Ой, вижу. Нормально. Дом — это вот это вот белое здание на первых большое, этажах. Да? Да, почта. Они уже на первом этаже, походу, есть. Little boy, вот. А, ну ладно, тебя уже убили. Короче, подойди вот, где ты был, сюда попозже, когда воскресенье. Я тебе скажу, куда лучше встать, пулемет. Народ, подождите, чтобы команде говорить, на какую надо нажимать? Здорово. А там? На какую надо нажимать, чтобы говорить команду? На эту? На эту? Помоги, это я. Нет, ты публично говоришь. Публично ООС, своя команда Caps Lock. Ну или как там поставить в меню. Пока не бегите, ребята, видите, там арта прям на нашем пути работает специально. Перейдите на наш. 6 залпов всего. Уже 2 или 3 было. Понял, что тут и оглушает, тоже имеет красотство оглушения. Наверное, тут, кстати, еще можно выглядывать из-за укрытия и это вести огонь вслепую. Эффективно? Они, кстати, уже идут на штурм, вон дымы кинули перед почтой. Понял. Давайте на вот это белое здание залезем, школа что ли? Снайпер по окнам работает, осторожно. Да, вы, кстати, когда стреляете, парни, к окнам вообще лучше не подходите, из глубины комнаты стреляйте. Слева идут. Немцы слева. Я это оценил уже. За дымом идут. Пальнул 4. Да, они уже на первый этаж ходят. Пулеметчик нас просто. Так, я на лестницу. Сука. Давайте, парни, короче, все на Е. А Little Boy вот с пулеметом, который с ручным, иди на второй этаж.